В хозяйстве, производящем бычье семя айрширской породы, в этом году планируют реконструировать карантинное помещение для расширения поголовья, а также модернизировать оборудование для повышения сохранности племенного материала. Работу предприятия проверил премьер-министр правительства республики Александр Чепик. Он отметил, что власти Карелии продолжат развивать производство. Очень хорошее, качественное, очень квалифицированные специалисты здесь, высококвалифицированные специалисты, замечательные зоотехники, ветеринары. И нам, я могу, сказать, многим другим регионам есть чем у нас поучиться. Хорошая создана квалифицированная база. Сейчас руководство учреждения нашло поставщиков для нового оборудования. Кроме этого, решается проблема с поиском альтернативных способов пополнения поголовья. Ранее предприятие закупало быков в Финляндии. Основной, конечно, наши потребители – это наши хозяйства. В прошлом году было реализовано более 32 тысяч доз семени, из них за пределы ушло больше 10 тысяч. То есть мы сотрудничаем где-то 5-6 регионов по Российской Федерации. Сегодня в Карельском содержится 14 быков-производителей. В ближайших планах руководства – приобретение одного или двух бычков в племсовхозе Мегрига. Алексей Неживенок, Варвара Ермоленко, служба новостей.